Две станции метро Павелецкая будут в этом видео. Одна на Кольцевой, вторая на Замоскворецкой линии. Аэроэкспресс Домодедово, Павелецкий вокзал. На Кольцевой дата открытия 1 января 1950 года, глубина 40 метров. А на Замоскворецкой дата открытия 20 ноября 1943 года, глубина 33,5 метра. Обе станции трехсводчатые, глубокого заложения. Центр Москвы, район Замоскворечье. Выход к Павелецкому вокзалу, аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово, Павелецкая площадь, улица Зацепа, Дубининская улица. Белорусского вокзала, аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево, с Киевского, во Внуково, соответственно, с одноименной станции метро. С трех киевских и с двух белорусских час пик. Много пересадки на Кольцевой. Вообще все станции, которые связаны с Кольцевой линией, они загружены. Павелецкая. Название даны по вокзалу, по площади. На Кольцевой линии открыто позже, чем на Замоскворецкой, на 6 с чем-то лет. Садовое кольцо, Новокузнецкая улица, Павелецкий вокзал. И Ванно украшают станцию. Опять же, когда это было открыто, кольцо было не замкнуто, заткнулось, когда Краснопресненская 14 марта 1954 года появилась вся кольцевая линия, все 12 станций, как и сейчас. У каждого вокзала есть хотя бы одна станция метро. Большинство соединены с Кольцевой. Есть переходы. Еще два. Скорости свяжет большое кольцо метро. Зацепский вал, часть Садового кольца. Улица Бахрушина, Воловая, тоже часть Садового кольца. Татарская улица. На выходы с Павелецкой. Переход на Замоскворецкую линию. Вот такая станция метро Павелецкая. На кольцевой линии. У вокзала всегда загруженность в любое время суток. Можно увидеть.
многих пересадок не хватает. Вот, например, седьмой линии на третью, то есть Таганск-Краснобрестинская, на Арбатско-Покровскую, шестой на девятую, Калужско-Рижскую, на Серпуховск-Тимирязевскую, хотя бы в центре была бы одна пересадка. Пока в центре строительство новых станций метро не планируется. Был проект Волхонки, Ющихи и Драгомиловской. После этого бы стала Калининско-Солнцевская линия. Она бы стала единая. Так, пока две раздельные. Зато есть варианты маршрутов, где и две пересадки, и три, и больше, и где с одной пересадкой даже медленнее, двумя или тремя. Просто надо ориентироваться и понимать, как будет быстрее. На кольцевой линии станция глубже, 6,5 метров. Закрытие большого участка метро между станциями университета Коммунарка. Вот, недавно открытые новые станции метро уже закрываются на неделю, 13-20 июля. Станционные маршруты автобусов. Закрываются 9 станций. Это очень много. Вот впереди станция уже на Замоскворецкой линии Павелецкая. Необычное оформление и арки, своды. Эта станция открыта раньше, в 2003 году, тоже во время Великой Отечественной войны. Кубининская улица, Кожевническая. Такой дизайн был в то время. На участке от Театральной до Сокола можно увидеть такие станции. Линия номер 2. В то время было только две линии. Первая сейчас Сокольническая, вторая Замоскворецкая. Обе станции глубокого положения. Смотри, велосипедов сейчас поедет. Две станции
станции метро Павелецкая, у Павелецкого вокзала, Павелецкой площади, Дубенинской улицы, Воловой улицы, улицы Зацепский вал, в центре Москвы, в районе Замоскворечья.